субботу в Самарской области облачная и пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем минус 8, минус 12 градусов, ночью 8-10 мороза. Ветер южного юго-восточного направлений 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, днем минус 8 градусов, ночью минус 9, юго-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем минус 8, ночью также 8 градусов ниже 0, ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре облачная погода без осадков, дневное время минус 10, ночью также 10 градусов ниже 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.